Красноярцы снова останутся без горячей воды. В понедельник, 4 августа, остановят ТЭЦ-2. За это время на теплоцентрале проведут внутренний осмотр и устранят дефекты на трубопроводах. На этот раз горячую воду отключат в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном районах и части Свердловского, а также в некоторых домах на улице Дубенского и Белинского. Энергетики утверждают, мера вынужденная и необходимая. Отключения направлены на снижение количества аварий.